Казахстане 16 человек признаны политическими заключенными. Многих из них политузниками признали Европейский парламент и Госдепартамент США. Мы задали вопрос депутатам парламента, есть ли политические преследования и политзаключенные в нашей стране, и знают ли они о Максе Букаеве и Ароне Атабеке. Есть ли в Казахстане политические преследования и политзаключенные? Нет. На сегодня 16 человек признаны политзаключенными, такие как Макс Букаев, Арон Атабек. Знаете ли вы их? Я их знаю, но их осудили для других преступлений. Извините, я не узнал вас в маске, можете представиться? А мы обязаны соблюдать масочный режим. Я просто не узнал вас, можете представиться? Здравствуйте, Махамбет Табжан, журналист. Есть ли в Казахстане политические заключенные и политические преследования? Ну, наверное. Журналист, есть ли в Казахстане политические заключенные и политические преследования? Ну, наверное. Здравствуйте. Привет. Вопрос по политзаключенным. Можете сказать, есть в Казахстане политзаключенные? Политзаключенные? Что такое политзаключенные? То есть те люди, которые были осуждены за свою оппозиционную деятельность, Казахстане... были признаны... Понятно. В Казахстане есть заключенные, которые совершили правонарушения в соответствии с законодательством. Заключенных, которые совершили преступления не по законодательству или не совершали, но сидят, в Казахстане нет. Если есть, покажите. Такие заключенные, как Макс Букаев, как Арон Атабек. Статьи какие? Статьи, организация митингов у Макса Букаева. В период, когда было законодательство по митингу, правильно? Да. Когда Букаев сказал. Значит, было нарушение законодательства? Нарушение было, и они были признаны. Значит, это политзаключенные? Они были признаны политзаключенными. Это кем? Экспертным советом правозащитников. Это все от лукавого. Есть закон, статья. Все просто. Ну, а вы сейчас знаете, да, вот о вот этих людях? Арон Атабеев. Конечно. Спасибо. Конечно. Спасибо. Журналист Махамбет Табжан. Есть ли в Казахстане политические заключенные? Здравствуйте, журналист Махамбет Табжан. Есть ли в Казахстане политические заключенные? Табжан, журналист. Есть ли в Казахстане политические? Ты не журналист. Предъяви свое удостоверение журналиста. Ты мне звонишь по телефону, я не могу тебя найти. Это не журналист, Абжан Махамбет. Ты работаешь просто каким-то волонтером, но я думаю, ты делаешь доброе дело, так? Есть ли в Казахстане политические заключенные? Политические преследования? У нас все заключенные осуждены по статьям Уголовного кодекса. Поэтому говорить о политических заключенных не получается. Что? В частности, есть такие заключенные, как Макс Букаев, Арон Атабек, которые признаны международным сообществом. Знаете ли вы о них? Вашему вниманию представляю машину, автомобиль депутата от Ассамблеи народа Казахстана Ахмета Мурадова. Того депутата, который считает, что Махамбет Табжан это не журналист. Ахмет Мурадов сам приезжает на этой машине. В мажилис, по крайней мере, сегодня он сам приехал. Без водителя. Здравствуйте, журналист Табжан. Есть ли в Казахстане политические заключенные? Саламатсыз, Махамбет Табжан. Есть ли в Казахстане? Саяси тутхундар бар ма Казахстанда?